взяла желтый, взяла розовый. Вот этим янтарным цветиком избавишься от белого. Забираешь вещества, белильца выдавливаешь вдоволь. Вот такое примерно количество вещества тебе нужно на холсте. Когда ты сделаешь это количество вещества, ты возьмешь тряпочку, сделаешь из нее фигушку. И вот это количество вещества вот так упакуешь на холсте. То есть распределишь его. И потом в него уже будем вводить то все. Хорошо? А вот это полностью вот этим цветом. Несмотря... Полностью. И там, где у нас светло, напустишь. Где у нас желтит свет, напустишь желтоты. Хорошо? Да. Поменяешь у тряпочки место расположения. И там, где у нас сиреневит. Где у нас сиреневит, это вдоль линии горизонтика сиреневит. Розовый себе поддавишь, чтобы он не был такой желтый, хорошо? Подпустишь, прямо тряпочкой подпустишь сиреневилку, плюс больше белил и более чистенько, так чтобы желтый не лез. Подпустишь. Ну и краям тоже подпустишь. Вещества. Смотри, количество окраски заложено очень небольшое, да? И очень удобно вот это небольшое количество окраски, но тут очень важно не вытереть краску с холста, то есть помусолить именно это количество краски. Потом ты возьмешь мастихин, возьмешь больше желтоты, плюс коричневизна. Ты видишь, появляется вот этот зеленоватый оттенок. Плюс оранжеватый оттенок. И вот так, удавливая вещество, заложишь идею моря, цвета моря. Вот так заложишь. Удавливая вещество. Да. Возьмешь белильца, чуть-чуть с желтильцами. И там, где у нас яркий цвет, густо. Вот так густо положишь первые проявления света, ну, как подсказку себе уже на потом. Коричневый, розовый, желтый. Напустишь темноты сюда, сюда. То есть в это же вещество, которое ты заложишь, ты сюда потом подпустишь коричневато-розоватой темноты, и будет прибрежное. Коричневый, розовый. Вот эту полосу, которая разделяет полосу моря, да, пополам практически, заложишь и ее. И начнем потом разрабатывать короткой штриховочкой, короткой, не длинными полосами, смотрите. Короткой штриховочкой напустишь дымочек цвета неба. Согласна? Mm-hmm. Хорошо. То же самое. Чуть смугленько подпустишь идею дальних удаляющихся вот этих гор. Чуть смугленько. А ну? Здесь более равномерненько сначала уложить более равномерненько. То есть вот это вот движение, которое ты делала, и получались вот эти пятна, не стоит делать. Угу. Стоит делать от края и до края. Угу. От края и до края. Чернота в волне. Вот она. Чернота на переднем плане. Краснота, чернота,
Вот она. Каменюка. Сначала просто как пятно. Теперь вот эти вещи моделируем по их направлению. Здесь море поднимается, здесь море падает. Волна, да? Угу. Положи, я лучше так вижу. А то рука трясется. Перемалывая вот так, наштриховывая. У тебя, кстати, очень похожая задача. Иди сюда. Вот так, перемалывая. Там, где свет пробивает тонкую толщину этой волны, она, поскольку она теневая и она прозрачна, мы ее вот так вот подштриховывая, небольшое количество вещества нагнетаем. Нагнетаем, пока не засветится. Причем она смугла, поскольку она в контражуре к свету, но сквозь нее проходит этот светик, вот он. И показываем его направление волны. Снизу темно, да? Толщина и это самый берег там прочитывает. Ну, почва это под водой. И вот мы направление задаем. Вот оно. И сразу становится понятно движение. Здесь напротив вот так. И по кромке, маленький мастихин, и по кромке у нас яркий свет. С желтинкой. Чтобы вот эту пеночку набрать, ты вот так сбреешь место, где будет пена. Возьмешь сиреневатость синеватостью. И вот таким малым количеством вещества создашь идею пены. Дымчато и прозрачно, правда? То есть количество вещества и характер укладки гарантируют нам результат. Чуть светлее на верхней части пеночки. Подложила, растерла. Подложила, вогнала в среду. Хорошо? Да. И вот здесь поднимешься сюда. Давай. Падающая среда. Падающая. Смотри. Вот эта кардиограмма укладки создает идею падающего. Ты согласна? Вот такого падающего. Вот такого. Поняла юмор, да? Вот эта прозрачность, вот это падающее должно быть. Здесь, чтобы произошла идея это самое закругление, добавишь немножко вещества, и вещество полосато ляжет. Согласна? Ну, смотри. Сюда тоже подпустишь. Сначала теневой цвет пены, теневой, который будет несколько синить-синить. А потом и световой, который будет, оранжевый, бело-оранжевый. Чуть-чуть светик мокрый.
камнях. И пена еще одно место имеет в картине. Вот это вот. То есть волна продолжается за камнем. И там тоже идея падающей пены. Так, хорошую змейку. Тренированная рука. Отлично. Прям тренировала змейку, да? Дома. Ну, дома тренировала. Ну, видно, что тренированная. Эти змейки, они, конечно, везде пригождаются. Поэтому тоже чуть-чуть сиреневинкой. Там сиреневинка не так различима, но мы просто знаем, что солнечный день тени сиреневят. Поэтому некоторое звучание сиреневого подкладываем. Он частично, видишь, седеет, становится никаким. Но все-таки основа у него сиреневая. То есть белый в тени в солнечный день. Этот в тени. На свету здесь вот эту. Да? Да. Оранжевую. Бликовато. Густота, смотри, как, да? Слепило это дело. Дальние тоже уполосатить. Удлинить. Ладно? Да. Давай так. Что-то быстро мы пишем. Что? Что? Давай надметать. Желтый. Когда наберешь, возьмешь мастихин и удалишь. Хорошо? Чтобы плотное было. Чтобы не, мазок не рябил своей фактурой. Мастихинчиком возьмешь и создашь идею облака. Пальчиком чуть-чуть можно помочь. И в эпицентре потом может быть усилить белость желтого. И даже, может быть, напряженность фактуры чуть-чуть дать. В районе солнца потом поставишь вот такое. И уже внутрь вот такого посадишь белый. С этим белым лучше разобраться по-сухому потом будет. Чуть-чуть кистью его доуточнить. Хорошо? Потому что сейчас это будет пытка на полтора часа. Зеленому невыгодно там находиться.